Ну вот вмазал лоб в лоб. И это отскакивает сюда. Только я Тигуан не понимаю, как, кто задел вообще, куда, как. Volkswagen Tiguan двигался в одном направлении с Nissan. В ходе сильнейшего удара с Mazda задняя часть кузова Nissan на секунду подкинула воздух, а уже затем она зацепила внедорожник. Различные травмы получила хозяйка Mazda, ее подруга и даже молодой человек, находившийся на заднем сиденье. Мы прямо ехали, и на нас весь удар получился. В какой машине вы ехали? На Mazda. Белый. А какую занесло? Вот синюю, там водитель убежал, по-моему, вообще, я не знаю, нет его. Удар откинул Мазду, наехавшую чуть позади 14-й, водитель которой за эти короткие мгновения просто не имел возможности затормозить. Зато запись его видеорегистратора отчасти прояснила картину аварии. То есть вы ехали, получается, прямо, да? А другая машина вот вылетает, собственно. А вот причины, по которым Nissan потерял управление, могут быть разными. Среди них и заснеженная дорога, и неосторожные маневры одной из попутных машин. Ну, может быть, и моя вина в чем-то есть, но я налево перестроился, вот. Через секунду-две он мне сигналит. Я вправо начал уходить, и он уже навстречу улетает, и мне приходит ему бок. Водитель Nissan, инспектор ГАИ так и не нашли. Его знакомые пояснили, что сами увезли его в больницу, ибо он серьезно пострадал. Случилось это еще до приезда скорой помощи и полицейских. Инспектор ГАИ все же намерены выяснить, в каком состоянии он сел этим вечером за руль. Искандер Тулбаев, Сергей Ткаленко, Новости Татарстана. 25 лет в эфире. С вами и для вас.